В Санкт-Петербурге накануне Дня народного единства губернатор Валентина Матвиенко вручила правительственные награды деятелям культуры, искусства, науки, а также выдающимся российским промышленникам и предпринимателям. Матвиенко отдельно поздравила с награждением медалью Ордена заслуги перед Отечеством второй степени председателя Совета директоров Объединенной промышленной корпорации Александра Гнусарева, подчеркнув, что УПК внесла большой вклад в российскую экономику. В Санкт-Петербурге Объединенная промышленная корпорация управляет судостроительными активами, среди которых крупнейшие предприятия отрасли «Северная верфь», «Балтийский завод» и конструкторское бюро «Айсберг». За годы работы в этой отрасли компания сделала заказчиком десятки военных кораблей и гражданских судов. Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что награда станет стимулом для новых достижений.